Boomer. Never met me. Да. Convinced you to vent it out. Пойдем. Там вон какой-то замок. Check it out, fortress. Well, it'll be a good chance to flex our muscles. I never said we're going. Okay. We got this. Ну, представляешь, атакует. Не успел сюда спуститься, уже атакует. Huh. What's this? Ладно, попробуем, разбежаемся. Тут видишь, если ты Форт Гэрик. Look out! Держимся в Форте Герек. Ага. Enjoy. Неплохо. Looks like the coast is clear. На горизонте вроде бы как чисто. Так, ну тут что-то прям как-то жестковато. Свирелька, а здесь что? Олениха. Это чисто опыт. Пойдемте. I think it's probably bedtime, don't you? You really think you can just sit there on my wrist, just telling me what to do? I can't very well sit anywhere else, I'm afraid.
kinda heavy, but yes, we better do this. You do have an escape if things go bad. Ух ты! Okay, what do you say? Kick some ass, take some names? Feeling a little bloodthirsty, are we? Breather? Please, I'm out on my feet here. Да, трубой спрям на ходу. We'll pocket this. We're still a ways off, aren't we? Not too far now. Ладно, потом за фамильяром сходим. I sense a hostile presence. Be on your guard. Yeah, stay frosty. Got it. What is break, though? Dangerous, that's all. Thanks. That much I knew already. Bullseye! This'll do it. Well, do something. Think fast. Got one for ya. Yeah. Mm-hmm. Done, I guess. You almost sound disappointed. Who, me? Hell no. Да еще бы чего мне не хватало. Какой-то плащик. Совершенство. Богато. Украшенный плащ когда-то принадлежал Танте Прав. Наделен рядом волшебных свойств. This thing just screams Prav. Why not try it all? Кашобар. Их на себе так просто не запомнишь. Кашобар.
Кашубар. Ну, давайте посмотрим снаряжение. Выход из беззащитного состояния ускоряет слитность движения и действует дольше. Слышится жизнь. Здоровье больше, а магии меньше. Магию надо качать. Плащ совершенства. Вот тут магия сильнее. А тут защита мощнее. Плюс защиту надо от яда включить. Seems we're free of any immediate danger. Да, ничего не... He's hoping it stays that way. Ничего не угрожает пока нам. Ну а теперь куда? К коту погнали. You know, it's not the ability to use magic that matters. It's да. What you do with it. Yeah, thanks. Ну, спасибо, я как бы сама додумалась. Прекрасно, значит, повторять не потребуется. Might as well hold on to this. Гад, он меня все-таки выбил. We're still a ways off, aren't we? Not too far now. One of those cool cats is nearby. Look around. Да, ребята. If you must. Ну что ж. Нет, мы сперва вот. Хорошая работа, говорит. Ладно.
Нам монетки нужны. Как-то прям само собой получилось. Шесть монет. Так, побежали. Давайте. Сейчас будет очень такой сложный момент. Интересно, а не вредно ли дышать туманом? Думаю, ничего страшного в этом нет. Но... А, у него нет запаха. Так, ну что, друзья, получится у нас. Нервы будет железные надо здесь. С этими котами. Я как понимаю, ты в дом приходишь, и ничего тебе принесу. Очень медленно. Какой рыжий кот. Прям тигр. Понял. Ах ты, внимательный.
легким-легким движением руки. Легким-легким движением стикера. Легким-легким движением. Легким-легким движением. Киса-киса, спи, бай-бай. Мы с самыми добрыми намерениями. Мы с самыми добрыми намерениями. Ну, но мы же уже близко. Ты, конечно, не Гомер, но все равно очень хороший. Какое доверчивое создание. Грегуар. Написал себе Грегуар. Фамильяр Танте прав. Любит, ничуть не страшась тумана, отдыхать где-нибудь в Авуалете. Исключительный талант Грегуара к сбору информации сделал его личным осведомителем прав. По всем атийским делам Грегуар знал, кажется, все. И последние сплетни, и самые секретные сведения. Однажды он попытался раскопать что-нибудь сочное о самих тантах, но в их тайны проникнуть не удалось. Даже ему, о чем он жалеет и по сей день. Интересный код. Код Грегуар. Код Грегуар. Слушайте, у ней и разведчик, и этот самый, нифига себе, сколько у нее этих котов. Фамильяр проникся к Фрей. Думаю, туман густей, смотри, не потеряй ничего. Типа мечты, а они у тебя остались. Так, все, что мы пока не смогли достигнуть, это вот забраться на вон ту вершину. Слушайте, ну неужели нет нигде, где мы могли бы... Breathe.
Так, ну мы не будем. Но это мы долетим всегда туда, вернемся назад. В общем, еще одну попыточку попытаемся сделать, дорогие друзья. Вот к этому фотоаппарату подняться как-нибудь. This one's going to be a chore. Not the pep talk I needed. I'd take that if I were you. How'd you like this? Look out! That's it. Now's your chance. On it! That's gotta hurt. Like that. All right. Gotta stay in it. Try this for size.
этих кошмаров, блин. Вот так мы. Вот так вот мы будем палить. Ага. Опять мы на этих кошмарах нарвались, да что такое? Да иди, опарасите!
повезло. Ого! На этот раз нам дали больше. Нет, тут тоже нам не проскочить, да? You know, it's not the ability to use magic that matters. It's what you do with it. Yeah, thanks. Kind of guessed that already. Good. I won't need to tell you again. Карта. Карта. Мы не сможем туда подняться, да? It's not much, but you never know. We're still a ways off, aren't we? Да, too far now. Честно говоря, я думал, мы прям вообще рядом. Something's there. What should we do? Could pretend we didn't notice. What is break, though? Dangerous, that's what. Thanks. Там можно все почистить. Нет. Ладно, без пользы, да? Бесполезно туда подниматься.
Ну это тоже тут гора такая. Ну, может, тут все выдавили. Может, тут все пролазили, где только возможно. Опаньки! Вот и на четвертый код. Шикарно. Блин, три кота, там ты прав. Три кота. Ну, ты тоже будешь левитировать, наверное. How's that feel? Ну все в кошаках. Thinking of making something. Здесь будет дольше. Ракушек мало. Слава. Ни хрена себе. Подождите-ка, а дать-ка теперь нам. Тут здоровье и защита больше, глянь. 274, а здесь 311. Но нам надо больше ракушек найти. Так, заклинание поддержки наносит повышенный урон. Выход из беззащитного состояния ускоряет восстановление магии прорыва. Слитность движения действует дольше. Так. Thank you.
Так, выход из беззащитного состояния. Ладно. Но пока... Пока... Пока, видишь, как... Second win. Ракушки надо, а ракушки у нас это вот во втором, а ракушки. Тут, конечно, не, но тут урон тут мы наносим больше. Нам бы вот прокачать ракушки нужны. Ясно. Ну пусть она поспит. А, ну. Вот он, и кот, но этот. Да класс. Этот летает. Этот спит. Тот в этом газелке сидит. Рыжий, потом увидим. Левитация прямо.